Здравствуйте, в эфире программа «Вопрос дня», в студии Оксана Шахова и Андрей Вакула. Каменки 415, пятидневка в школах, а еще бронза тэквондиста Ускова. Обо всем по порядку. Начинаем. Каменка отмечает юбилей городу 415 лет. В Каменке сегодня был выходной, праздновали весь день. Как все прошло, спросим у главы госадминистрации Каменского района. Он с нами на связи, Владимир Бычков. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. С днем города вас. И, Владимир Владимирович, как сегодня прошел праздник? Что было самое интересное, запоминающееся? Спасибо большое за поздравления. Ну, праздник прошел в соответствии с тем, как мы планировали. Слава Богу, все получилось. У нас были традиционные подворья национальные, украинское, русское, молдавское. Были выставки наших предприятий, народного образования, Каменского политехнического техникума. Ну вот обычно, когда День города, подводят итоги того, что уже сделано. Каменка меняется. Парк Витгенштейна, тоже уже ровные дорожки, лавочки. Под лавочками мы были там на месте, есть даже зарядки, можно зарядить телефон. Что еще осталось? Каким будет парк Витгенштейна? Благоустроена в основном вся территория. Конечно, еще есть часть работ, которые мы должны выполнить в этом году. Ведутся большие работы по строительству озера. Кроме того, есть ряд других локаций, которые мы должны оборудовать. Это и фонтаны, и зоны отдыха, и игровая зона для детей. Отремонтировали Дом культуры, на днях положили новый асфальт. Теперь до парка Витгенштейна можно проехать уже по ровной дороге. А еще строят кафе с террасой, осенью открытие. И вот очень много споров, разговоров. Почему так долго не могли разобраться с тем, нужно ли единственное в Каменке кафе? Да, она вызвала некоторые противоречия, споры между жильцами и бизнесменами, которые хотели реализовать этот объект. Объект нужный, полезный для города, и он будет реализован. Еще о переменах. Медицина. В Каменской больнице делают новое приемное отделение и станцию скорой помощи. Ремонт начали несколько месяцев назад. Владимир Владимирович, как там вообще обстоят дела и насколько большой фронт работ? Первоначальные работы по обустройству приемного отделения и приемной эстакады. 70% работ выполнены, уже идут часть отделочных работ. Конечно, этот объект переходящий, мы будем заканчивать его в следующем году, но в принципе каких-то сомнений в том, что он будет реализован, у нас нет. А в каком состоянии раньше было приемное отделение? Все там, скажем, то, что было сделано в 70-х, 80-х годах прошлого века, конечно, оно уже где-то обветшало. Нужно было приводить порядок, обновлять, ремонтировать. Приемное отделение, сделан новый проект, там переформатировали все помещения, сделали их более удобными и рациональными, поэтому там будет все очень комфортно, современно и технологично. Врачей хватает? Пока с врачами сложновато. У нас, к сожалению, нехватка большая врачей, многие уезжают в Россию, в Молдову, хотя многие патриоты остаются, работают. В Приднестровье сейчас действует трехуровневая медицина, то есть основа – это ФАПы, амбулатории, второй уровень – это больницы. Как вообще Каменка справляется вот с этими уровнями? Каких-то проблем в предоставлении медицинских услуг у нас нет, и я думаю, что не будет в дальнейшем, потому что все самое необходимое у нас есть. Много коек сократили в больницах? Есть какая-то экономия? Дело не в койках, а дело в уровне предоставления медицинских услуг. Если медицина будет работать правильно и грамотно, то, в принципе, и койки не нужны будут, потому что люди будут вовремя лечиться, и им не нужно будет ложиться в стационар. Скоро новый учебный год. Школы Каменки и района готовы? Да. Недавно была комиссия и Приднестровского народного форума, и комиссия госадминистрации, управления народного образования работала. Они проверили все учебные заведения, все детские сады, наши все школы. В принципе, все готово к новому учебному году. Есть, конечно, вопросы, которые нужно решать в дальнейшем и в рамках фонда капитального вложения, и по другим направлениям, но что касается основного образовательного процесса, условия все есть, и они будут предоставлены нашим ученикам и родителям. Капитальные ремонты проходили в школах Кузьмина, Хрустовой, Красный Октябрь. К новому учебному году все успевается? Не все мы успеем к учебному году, но те работы, которые будут проводиться, они не будут мешать учебному процессу, и дети не будут мешать строителям. Какие места в городе или в районе вы обязательно бы посоветовали посетить туристам? Рашка у нас и еврейская тематика, синагога, могила Шабтая, Покровская церковь, музей героя Советского Союза Дзержинского, фазенда Садки.
Там мы буквально на днях, позавчера, провели там ягодный переполох. Были гости из Рыбницы, из Молдовы. Каменки, что можно посмотреть? Ну, во-первых, парк Витгенштейна. Так. Санаторий Днестр. У нас сейчас в рамках муниципальных программ выполнено 3 сквера. Сквер Героя, сквер Славы, сквер на улице Солтыса. Есть у нас кирха, где находится склеп князя Витгенштейна. Есть просто смотровые площадки на берегу Днестра, которые открывают красивые виды на Днестр и на город. В четверг футбол, Шериф Клаксвик. Вы будете следить за игрой? Ну, мы всегда следим с интересом и очень радуемся успехам нашей команды. Надеемся, что и сейчас они тоже выиграют, победят и пройдут дальше в этом этапе турнира. В Рыбнице организовывают автобусы до Тирасполя на этот матч. А что жители Каменки, как они будут болеть? У нас в основном ребята активные, они организуются сами и постоянно едут. Я просто, у меня много знакомых, которые буквально выезжают с утра на эти мероприятия и приезжают утром уже следующего дня с большими впечатлениями. Ну, если что, вы готовы помочь? То есть автобусы какие-то организовать? Конечно, да. Было бы желание. И в завершении, Владимир Владимирович, от вас поздравления Каменке и жителям вашего района. Каменка – мой любимый родной город. Конечно, мне хочется пожелать ему развития, процветания, всего самого хорошего и доброго. Я думаю, что каменчане хорошие люди, достойные, и они заслуживают самого лучшего в этой жизни. Спасибо вам большое и еще раз с праздником. Спасибо большое. Приезжайте в Каменку.